Хей, всем привет, друзья! Завариваем чаек и усаживаемся смотреть CG новости. Вы на канале Joy Centers и меня зовут Джон Кармилицин. Сегодня в выпуске. Рынок NFT упал в десятки раз. Новая система волос и реал-тайм композитинг в Blender. Халявные ассеты и текстуры в 8К. И Netflix приобрел модель одного из художников для своей игры. Рынок NFT рухнул по сравнению с прошлыми месяцами. Объем продаж упал аж на 75%, и это вполне можно объяснить. Рынок нестабильный, рисков много, и об этом я говорил еще в самом начале. Вот все и переводят свои активы в более безопасные области. И, конечно же, нужно учитывать весь тот сумасшедший хайп вокруг NFT. Согласитесь, большинство операций чисто ради выгоды. Вы же не будете покупать работу со сферами и кубиками, если потом не сможете перепродать ее задорого. NFT это чисто спекулятивный рынок, никакой подложки под всем этим нет, а значит и работать эта схема будет только на волне хайпа, а он имеет свойство заканчиваться, к сожалению. Только вот что делать дальше? Правильно, идти учиться у опытных специалистов. Смотрите наши стримы по CG, там сможете напрямую позадавать каверзные вопросы и пообщаться с крутыми ребятами, чьи тутеры вы, возможно, смотрите. Мы уже договариваемся с блогерами на новый сезон стримчанских, но нам нужна еще и ваша помощь. Пишите, кого можно позвать на стрим и у кого бы вы хотели перенять опыт для поднятия себя в CG-индустрии. Blender опубликовали обзор двух фич, которые появятся в предстоящих версиях. А конкретно это Hair Curves для груминга волос и Real-Time Compositor с GPU ускорением. Начнем с волос. Набор инструментов включает Curve Object и нодовую систему Geometry Nodes. В предыдущих версиях Blender кисть для укладки работает в проекционном режиме, что приводит к неестественным заломам и искажениям волос. А вот новая вариация кисти вычисляет положение в пространстве на основе кривых, расположенных ближе к курсору, и уже с этого положения осуществляется изменение. К тому же расширили сам набор инструментов. Система пока что в разработке, протестировать можно в Blender 3.3, ссылочка в описании. Ну и про Real-Time Compositor. Находясь во Viewport, он позволяет в режиме реального времени настраивать сцену для рендеринга. То есть не будет каждый раз ждать полного рендеринга, чтобы чего-то подкрутить. Примеры, конечно, простые. Как система поведет себя в более напичканных сценах, неясно. Чтобы протестировать, скачайте экспериментальную сборку 3.3.0, все, что необходимо в описании. Давно мы не говорили о 3ds Max. Хочется сказать, исправимся, но нет. Улучшения выходят, к сожалению или к счастью, не так часто. Максимально кратко о недавнем обновлении. В версии 2023.1 появилась функция Spline Extrude. Она позволяет выдавливать сплайн на любом объекте. Усовершенствовали модификатор Morpher для создания мимики лица, а также Skin Modifier, за счет чего повысилась частота кадров при воспроизведении сцены во Viewport. А вот модификаторы Chamfer и Editable Poly теперь включают улучшенный алгоритм повторной триангуляции, что снижает вероятность визуальных искажений геометрии. К тому же обновили Alembic до версии 1.8.3, это устранило несколько ошибок, ну и ускорило чтение файлов. За всеми подробности по ссылочке в описании, друзья мои. Ну и в тему Макса. Хаус выпустила V-Ray 6 для 3ds Max. В сборку включили новый Хаус Скеттер. Он позволяет быстро и легко создавать леса, поля, толпы и многое другое, при этом без особых затрат памяти. Внедрили V-Ray N-Mesh, который подходит для создания и наложения сложных панелей, там, не знаю, заборов, тканей и многих других поверхностей. Пишут, что работает быстрее, чем обычный дисплейсмент текстуры. К тому же появилась возможность использовать дисплейсмент при наложении V-Ray декаль. А еще ускорили визуализацию SSS металлических и шероховатых поверхностей. Но даже после обновления подповерхностное рассеяние не такое быстрое, как хотелось бы. Помимо этого завезли новую опцию Zin Film. Она позволит создавать переливающиеся материалы по типу мыльных пузырей, а также тонкой пленки, блеска или слоя нефти. Поиграться с вариациями материалов можно в документации. Все наглядно написано. Но вернемся к остальным изменениям. V-Ray Dome Light появились новые параметры для настройки проекции света. Также подключили связь с Хаус Cloud Collaboration. Это означает, что можно будет проводить совместную работу над проектом. Ну и внедрили ранее анонсированную систему процедурных облаков и неба. Ссылочка на документацию в описании.
И еще для 3DS Max прошло закрытое бета-тестирование плагина Random Mixer. С его помощью можно получать несколько вариаций сцены, модельки или персонажа. Закидывайте программе набор элементов, настраивайте несколько параметров, и система начинает обработку. То есть итоговый результат будет случайно сгенерирован программой. Есть даже инструментарий для создания NFT-коллекций. Дата выхода пока неизвестна. Состоялся выход Kinetics 1.5. Напомню, что это платформа для преобразования движений актера из обычного видео в 3D-анимацию. В последнем обновлении можно импортировать свои модельки в формате FBX или GLTF, а также подключили зеркальное отображение анимации. Ну и еще несколько улучшений, подробности на их сайте, ссылочка в описании. NVIDIA запускает конкурс по разработке расширения для Omniverse. Победитель получает NVIDIA RTX A6000, а занявшие второе место в каждой из категорий GeForce RTX 3090 Ti. Для работы можно использовать их собственный инструмент для создания приложений Omniverse Kit, а также Omni.UI для настройки интерфейсов. Кто заинтересовался, ссылочка в описании. Уже почти середина июля. Не забудьте скачать бесплатные ассеты для Unreal. В этом месяце на Marketplace можно получить Fluid Ninja, а обратите внимание, пак с различными эффектами огня, дыма и облаков. И да, это не ошибка, так что хватайте, пока есть. Кроме того, Wild West City — это набор летающих городов в стиле Дикого Запада, ну или стимпанка. Выглядит интересно, но надо будет по-любому дорабатывать. Также выкатили InstaDeform. Он позволяет добавить деформации к объектам, да. Еще дали доступ к Point and Click Adventure Toolkit. Это настраиваемая среда для создания своей игры по типу клацания мышкой по объектам. Ну и Turn-Based с RPG Template. Также шаблон для пошаговой игры. Но уже по тому типу, где можно настраивать различные битвы и волны врагов. Досмотрите новости до конца, вдруг вы сегодня во вдохновении. И бегом сохранять ассеты к себе в библиотеку. Может быть, вы видели вот этот фан-арт главной героини из сериала «Королевский гамбит» или по-нашему «Ход королевы»? Его автор — художник по персонажам Дэн Эдер. Вроде бы ничего примечательного, ну как бы персонаж и персонаж. Но вот этот проект выкупил Netflix для использования в своей игре. Моделька создана в ZBrush и визуализирована с помощью Arnold. Правда, для игры модель немного доработана самими художниками. А игра, конечно же, про шахматы. Даже если бы мы не знали, про что эта игра, то, в принципе, сразу понятно, что персонаж-то из как раз той самой вселенной. И немного про неизбежность искусственного интеллекта. Пролистывая ленту, мы наткнулись на работы великого Евгения Зубкова. Посмотрев арты, сразу и не поймешь, что они созданы с участием нейросетки. Но потом увидели, от чего руки-то растут. И все эти концепты практически полностью сгенерировал искусственный интеллект на основе команд Евгения. На финальной стадии был использован только Photoshop, но с него на самом деле можно-то состругать потом совершенно другую картину. Но в любом случае, как бы ты не игнорировал влияние нейросетки, сетей, они все ближе и ближе. Уже и стихотворения сочиняют, и визуализируют текста, и голос редачат, так что да. Но в любом случае, без указаний человека и мучительного обучения ничего достойного не выйдет. Главное сейчас вникать во всю движуху, пока она только растет. А в конце ловите приятный бонус: на сайте LotPixel появилась бесплатная библиотека PBR текстур. Их там более 1000, доступны разрешения до 8К. Единственное, для скачивания необходимо будет зарегаться на сайте. Все они вроде как лицензированы для коммерческого использования, но перед использованием обязательно проверьте. Ссылочку на коллекцию оставили в описании. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте колокольчик, переходите в Telegram для того, чтобы увидеть больше вдохновения, закинуть туда свои классные работки и не пропустить какие-нибудь конкурсы, обучение и многое-многое другое, то, что мы выкладываем именно туда. Спасибо за просмотр. Еще разочек протяну немножечко время. И удачи, мои друзья. Да.